Ого! Вы видите то, что вижу я? Это же чудо природы! Микки! Это не то! Что за флин-флон? Кто со мной играет? Кто украл мое дерево пиццы? Выйди и покажись! Что ты там делаешь? Это не работает. Думай, Франкенштейн, думай! Что же ты не заметил? Дело не в синтетической крови. Чего вы так кричите? Должно быть ошибка в формуле оживления. Хозяин, я вернулся с нужными деталями. Саванти Ромеро! Нет! Великолепно, Игорь! Я должен закончить формулу оживления сегодня вечером. Ведь сегодня ночью небеса породят величайшую грозу в истории. Изводи их своей магией, фараон. Заставь их страдать. И силой ее молний я смогу вдохнуть в свое творение искру жизни. То есть, если сможете закончить оживительную формулу, хозяин. Нет! Нет! Только не ты, Карай! Хватит! Я не хочу быть черепахой-вампиром! Возможно, я помогу. Формула. Ненавижу кровь! Прочь от меня! Я серьезно говорю! Хватит! Я не могу вывести ее. Тогда, друг мой, позвольте престарелому, мерзкому, отвратительному, но гениальному профессору Протариусу. Стоп! Нет! Я же победил тебя! Ты не можешь быть настоящим пиццелицем! Помочь вам. А, я слышал о вас, профессор. Доктор Франкенштейн. Народ! Это все мумия. Она использует магию, чтобы пудрить мозги. Микки прав. Позвольте продемонстрировать вам будущее науки. Это все иллюзия. Боритесь. Вы не реальны. Моя голова. Дорогой друг, это формула. Теперь мне все понятно.
Ого! Вы видите то, что вижу я? Это же чудо природы! Микки! Это не то! Что за флин-флон? Кто со мной играет? Кто украл мое дерево пиццы? Выйди и покажись! Что ты там делаешь? Это не работает. Думай, Франкенштейн, думай! Что же ты не заметил? Дело не в синтетической крови. Чего вы так кричите? Должно быть ошибка в формуле оживления. Хозяин, я вернулся с нужными деталями. Саванти Ромеро! Нет! Великолепно, Игор! Я должен закончить формулу оживления сегодня вечером. Ведь сегодня ночью небеса породят величайшую грозу в истории. Изводи их своей магией, фараон. Заставь их страдать. И силой ее молний я смогу вдохнуть в свое творение искру жизни! То есть, если сможете закончить оживительную формулу, хозяин. Нет! Нет! Только не ты, Карай! Хватит! Я не хочу быть черепахой-вампиром! Возможно, я помогу. Формула. Ненавижу кровь! Прочь от меня! Я серьезно говорю! Хватит! Я не могу вывести ее. Тогда, друг мой, позвольте престарелому, мерзкому, отвратительному, но гениальному профессору Протариусу... Стоп! Нет! Я же победил тебя! Ты не можешь быть настоящим пиццелицем! Помочь вам. А, я слышал о вас, профессор. Доктор Франкенштейн.
Народ! Это все мумия! Она использует магию, чтобы пудрить мозги! Микки прав! Позвольте продемонстрировать вам будущее науки! Это все иллюзия! Боритесь! Вы не реальны! Моя голова! Дражайший друг, это формула! Теперь мне все понятно! Thank you.